Британию или даже иногда в Тель-Авив они ездят. Город такой маленький, очень патриархальный, на склоне горы Кармель находится. Сейчас будем проезжать. Типичные постройки для израильских городов. Красные черепичные крыши и белые бочки для горячей воды на них. У арабов, помните, плоские крыши и черные бочки. Потом поговорим об этом подробнее. Вот город Йокнеам.